Всем привет! Иду за своим заказом. Сегодня буду вам показывать распаковку своего заказа по 9-му каталогу. Будет много интересного, поэтому смотрим, погнали! Ну что, давайте смотреть, что же мне пришло. У меня много всего. Итак, начну я, пожалуй, с не вещей. У меня есть одежда, у меня есть вещи, будем все смотреть. Есть два масла для волос. Из линейки Advance, это у нас масло Сила Кератина, а это у нас сыворотка для блеска. Классные штучки, у меня клиентка всегда их заказывает, это тоже ее заказ. Дальше поехали. Вот такое средство для лица, это у нас бальзам после бритья и увлажняющий крем. Он имеет приятный, легкий, свежий запах, мужской, конечно же. Я думаю, не надо объяснять, что это мужской. Беру для Димы. Ему понравился, взяли еще. Хотели брать из линейки Ivanke, ну, то есть не зелененькая, желтенькая, красненькая еще есть, не помню точно. Так вот, выбрали все-таки такой же, какой был в прошлый раз, потому что только он является еще и кремом. Все остальные просто там бальзамы после бритья и все такое. Это увлажняющий крем, и он очень классный. У меня есть моя любимая вещь. Это вот такой скраб для тела. У меня закончился почти, осталось совсем чуть-чуть. Есть еще один, буду пользоваться с ароматом кокоса. А этот уже пойдет после кокосового, обратно вернусь к клубничке. Это мой любимый запах. Любимый. И реально скраб просто идеальный. И, кстати, маленький вам лайфхак. Когда носики вы привели свои в порядок, да, убрали лишнее, что на них есть, скажем так, и сверху проскрабировали, девчонки, это идеальная просто кожа. Я недавно к этому пришла, и я просто в восторге. Очень классные эффекты. Очень. Дальше. У меня есть очень много солнцезащитки, 5 вот таких штучек. Это все клиентские заказы, солнцезащитка сейчас, ну это ж прям те, что треба, самый актуальный продукт. И, конечно же, у меня клиенты его позаказывали, все едут отдыхать. Кто-то едет, кто-то отдыхает на речке, ну, у каждого по-своему, но солнцезащитные нужны всем и каждому, абсолютно. Дальше, у меня в заказе есть лосьон для тела, для всех типов кожи, с розовой водой и маслом ши. Точно такой же у меня есть крем для лица, и у меня есть лепестками роз тоник. Вот это все в наборе я разыграю у себя в Инстаграме уже очень скоро. Я думаю, прям сегодня я сделаю пост, поэтому переходите вот тут вот в мой Инстаграм и участвуйте в конкурсе, чтобы выиграть этот набор. У меня есть аромат Хьюстори, заказала девочка. Очень любит она этот аромат, ей он очень понравился. Так, из продукции это все, покажу вам, какие у меня вещи есть. Вот такое платье, распаковывать не буду, сейчас сделаю для вас вставочку. Это платье для моей мамы, надеюсь, что оно подойдет по размеру, ну вы сейчас уже видите, а я еще не знаю. Так вот, оно такого материала, знаете, тоненький, при этом очень хорошо, что оно свободненькое, потому что оно не будет парить. Материал, если он будет облегать, он будет парить. При этом оно тянется и очень прикольно смотрится. Такой легкий летний вариант на прогулку, даже на пляж выйти, это вот самое то. Дальше у меня в заказе есть то, что я давно ждала в Avon. Оно раньше было у нас практически всегда ближе к лету. В этом году я очень редко видела в каталогах, но наконец-то увидела, не в каталоге, в распродаже, и не смогла не заказать. Это вот такой вот у нас бюстик топик. Мерять не буду на камеру, сори, но уже вижу, что по размеру мой подойдет. Классно, это самое главное. И заказала я для себя пижамку.
вот такую пижамку сейчас меряю, вам показываю. Приятный материал, как всегда, в пижамах компании Avon приятный материал. Она, эта пижамка, легкая, в ней будет комфортно летом, не будет жарко. При этом я понимаю, что этот материал, вот такой материал, как и другие пижамы компании Avon, он довольно-таки прочный, так сказать. Он не растянется, не выцветит со временем. У меня есть пижамки компании Avon, которые со мной уже 2 года, и они как бы есть, и они никуда не делись, и с ними ничего не произошло. И надеюсь, что с этим будет так же самое. Ну и, конечно же, его прикольный дизайн, такой сочный, классный, летний, освежающий, круто. Девчонки, вот такой был заказ, вроде как бы и большой, но я вам его очень быстро показала. Обязательно в 9-й компании будут еще заказы, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно участвуйте в конкурсе в Instagram. А на сегодня все, всем спасибо и до новых встреч!